Доброго всем дня и доброго времени суток. Сегодня 28 июня, 9 часов утра. Вот мы выезжаем. Показываю более полно. Выезжаем из гостиницы. Держим курс на Киров. В Кирове у нас тоже гостиница. Значит, длина перегона где-то 800 километров будет. Надо будет пройти Пермь, обойти Краснокамск, там, где мы ночевали, когда ехали на Дальний Восток. Ну и доехать до Кирова. Такие места здесь. Не стал я, уже нету времени делать обзор гостиницы там. Во дворе огромная территория, ну, можно проводить всякие мероприятия. Короче, вот покажу. Трасса московская. Камера стоит. Ну ладно, поехали. Стелы границы с Европой и Азией, разделение здесь идет. Так, это географический знак, но читать не буду. Вот кому интересно, на паузу поставите и почитаете. В самом высоком месте Сибирского тракта. Вот Стелла ее ремонтирует, что-то делает. Пойдемте, поднимусь наверх. Высота
Так, ну вот такие виды у нас. Высота, конечно, огромная. Так, ну ладно. Еще надо ехать дальше. Вот показываю. Недалеко отъехали от Первого Уральска. Последствия пожара просто впечатляет.
Липецкий район.
Коле. Вот такие цены у нас на Урале. Вот. Ну ладно, еду дальше. Еще одну ночь до дома.
если грибы есть, так они должны и в Вологодской области быть. А тут уже недалеко осталось. Где-то 1300 километров. Нет, побольше, где-то 1500 километров осталось. Вот, стекло мое.
заправка. Чай попьем, да. Еще 25 литров заправлю. Хоть бак. Бензин есть, но... Чтобы до Кирова хватило, чтобы больше не заправляться. Заправились на Лукойле, в общем, бензин там 47, ну так же, 47, там 30 с чем-то копеек. Сейчас идем вот Петровый дом. Друзья, вот встаю, реверс, у нас тут вон машина с крымскими номерами, тоже, видимо, путешествует, 82-й регион. Стоит Лада, центр Пермь, рамка. Так, поели, заправились. Значит, до Кирова осталось 360 километров. На гостинице. Гостиница не в самом Кирове, там с краешку. Забыл уже, как улица называется. Гостиницу тоже забыл, как называется. Вот. Вам потом покажу. Вот. Едем, все, то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Ремонты. Дорогу расширяют. Делают 4 полосы. Серии не видел, посмотрите, чего было 1 числа июня, еще листвы не было, ну, можно сказать, наполовину вылезло. А сейчас вон как все через 27 дней распустилось.
опять говорящее название. Отъехали. Поверенный. Населенный пункт Поверенный. Так будет. До Кирова. И после Кирова будет. Ну, это в ту сторону. А после Кирова больше будет. Там Овчинниковы. Не помню уже кто там. Но я уже показывал там, в первой серии. На 40 копеек дешевле, чем было там, в Свердловской области. Идите направо. Заправились. Здесь даже бензин дешевле. Я уже говорил. Не намного. Значит, нам на Киров 175 километров. До Кирова. По знаку. Поворачиваем. Поверните направо. Я здесь был в 2018 году. Прямо 5 километров. Ну, ночевали здесь в гостинице, когда ездили на Алтай. Порядок.
составе.
небольшая экскурсия по Слободскому. Не помню, в прошлый раз я показывал его. По-моему, что-то было.
машину. Потом разберемся, там у них во дворе стоянка есть. Ну все, пойду заселяться.